Время говорить о самом важном и актуальном. Здравствуйте, в эфире программа Prime Time, и я ее ведущая Елена Байрамова. Об итогах бизнес-миссии деловых кругов Республики Крым в Египет поговорим с первым заместителем директора Южного регионального центра поддержки экспорта Евгением Бабенко. Евгений Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что же такое бизнес-миссия? Что такое бизнес-миссия? Бизнес-миссия – это в первую очередь заранее проработанная поездка представителей субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в иностранное государство. Что хотелось бы сказать по этому поводу? Что она способствует дальнейшему развитию взаимоотношений между предпринимателями двух стран и, соответственно, экономической торговли. При проработке бизнес-миссий мы, соответственно, детально прорабатываем все предстоящие встречи, анализируется непосредственно рынок той страны, в которую мы везем наших предпринимателей. Вот, заранее прорабатываются коммерческие предложения, заранее проводится актуализация всех материалов предпринимателей. Скажем так, данное мероприятие осуществляется, предприниматели не оплачивают никакие денежные средства, оно осуществляется при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым и Южного регионального центра поддержки экспорта. Также при проведении бизнес-миссии мы стараемся посещать торговые представительства Российской Федерации в иностранном государстве, заручаться их поддержкой, потому что в любом случае мы имеем более положительный результат проведенных деловых переговоров и, как следствие, заключения экспортных контрактов. А действительно ли интересен крымский товар египтянам? Да, действительно интересен. Почему? Потому что если сравнить, соответственно, цена-качество других представленных товаров на рынке в Египте, цена и качество намного приемлемей российского товара, нежели иных иностранных предложений. Поэтому, если учитывать все вышесказанное и поделить по отраслям, больше всего заинтересованы, скажем так, египтяне в приобретении строительных материалов в связи с тем, что, вы понимаете, на данный момент Каир, в частности, расстраивается очень большими темпами, возводятся целые районы. Поэтому Крыму в этом направлении есть что предложить. Есть что предложить. У нас есть производители, которые производят и строительные материалы, в частности, и химические добавки в бетон, которые в дальнейшем позволяют с меньшими затратами возводить те или иные здания, сооружения, и таким образом удешевляют саму стоимость проекта. Вот. Также египетский покупатель заинтересован и в приобретении пищевой продукции, в частности, это продукты длительного хранения. Также заинтересованы традиционно в приобретении зерновых и подсолнечного масла. Как вы считаете, вот что касается сельского хозяйства, с каждым годом набирает обороты наша отрасль и интересно ли за рубежом? Да, безусловно, сельская отрасль очень интересна за рубежом. Вот. Но хотелось бы сказать еще, что касается заинтересованности Египта, хотелось бы отметить, что Египет еще имеет очень большую потребность в технологиях по очистке воды. Вот. Поэтому в Крыму существуют действительно компании, которым есть что предложить, и мы в свою очередь... Профессионального уровня, да? Да, да. И мы в свою очередь прорабатываем данные идеи для дальнейшего воплощения в жизнь. Плюс качественная продукция из Крыма, естественно, может помочь нашим зарубежным партнерам, да? Конечно. Скажите, сколько человек принимало участие в бизнес-миссии и представители каких отраслей?
Что касается представителей отраслей, хотелось бы отметить, что мы, в свою очередь, представили такие отрасли, как сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительные материалы и, соответственно, электроинструменты, которые тоже достаточно востребованы на рынке Египта. Принимало участие 4 представителя от разных компаний, которые непосредственно уже на месте проводили B2B встречи, заранее проработанные со своими египетскими коллегами. У них была возможность представить свою продукцию, более детально рассказать, показать, вплоть до того, что были представлены образцы, и на некоторых B2B переговорах даже осуществлялась дегустация. Вот. Это очень важно. Да, поэтому уже после проведения переговоров значительно небольшие сроки поступили уже некоторые запросы от партнеров египетских на приобретение консерв рыбных. Также имеет большую заинтересованность египетский покупатель, и силами нашего центра прорабатывается возможность поставки строительных материалов, в том числе химических добавок в бетон, поставки нута, а также прорабатывается вопрос поставки электроинструментов. На данный момент наши предприниматели аккумулируют всю собранную информацию, преображают все это в коммерческие предложения, потому что при предварительных переговорах, скажем так, запросы поступали на одни товары, но когда уже непосредственно встретились, пообщались предприниматели, обсудили между собой условия поставки, логистики и прочих моментов, соответственно, запросы были скорректированы, и сейчас нашими предпринимателями готовятся все соответствующие документы для дальнейших переговоров, и в дальнейшем мы надеемся на заключение экспортных контрактов. Как часто проводятся подобные бизнес-миссии и насколько сложно их организовать? Вы знаете, организация бизнес-миссии действительно очень такой трудоемкий процесс, потому что, как я уже говорил ранее, необходимо проанализировать и рынок, необходимо провести и рабочие встречи с торговыми представительствами той или иной страны, в которую мы направляемся. Для более детального выявления интереса, для того, чтобы, скажем так, представить более качественно и наши предприятия, и продукцию наших предприятий в зарубежных странах. Потому что, как мы все с вами понимаем, что чем лучше будут представлены наши предприятия, тем больше будет экономический эффект с поездки в деловую миссию. Каковы самые главные итоги бизнес-миссии в Египет? Что касается итогов, на мой взгляд, мы можем оценить очень положительно проведенную бизнес-миссию. Было проведено более 20 B2B переговоров между коллегами с Республики Крым и египтянами. Соответственно, как я уже сказал ранее, поступили уже некие запросы. И сейчас, конечно же, говорить рано о заключенных каких-то экспортных контрактов, потому что это процесс довольно-таки длительный. Необходимо, чтобы прошли все переговоры, все условия контракта перенести на бумагу, все согласовать. Поэтому мы надеемся, что в следующем году мы получим уже результаты, непосредственно выраженные в заключенных экспортных контрактах между нашими предпринимателями, соответственно, предпринимателями Египта. Как изменились взаимоотношения с нашими зарубежными партнерами, если сравнить вот последние несколько лет? Вы знаете, что хотелось бы сказать по этому поводу, что вот приведу такой пример. Мы, посещая Египет, встречались с ассоциацией предпринимателей Египта,
И встреча была проведена в такой теплой атмосфере, на которой председатель данной организации выразил заинтересованность и всяческую предложил помощь для того, чтобы все-таки взаимоотношения между предпринимателями Республики Крым и Египта укреплялись и приносили взаимный экономический эффект как одной, так и другой стороне. Поэтому я думаю, что все-таки с каждым днем, с каждой поездкой все-таки более расширяются взаимоотношения, и таким образом происходит, скажем так, экономическое сотрудничество между двумя регионами, двумя странами. Как в целом зарубежные партнеры реагируют на крымскую продукцию? Какую дают оценку? Что касается оценки, оценка довольно-таки высокая. Дело в том, что все товары зарубежные, которые представлены на рынке Египта, они где-то значительно дороже. И, соответственно, соответствие цены качества представленных предлагаемых российских товаров египетским партнерам довольно-таки лучше, чем нежели иные предложения. Поэтому при обсуждении, и, как я ранее уже говорил, даже состоялись некие дегустации товаров, египетские партнеры отмечали очень высокое качество произведенного товара, и, соответственно, возникал очень высокий интерес по приобретению непосредственно той или иной продукции. Каковы самые главные планы на грядущий год? Что касается планов на грядущий год, вот буквально в первом квартале 2022 года планируется бизнес-миссия в Республику Казахстан. Также прорабатывается ряд выставок, которые будут проводиться в иностранных государствах, что позволяет нашему производителю более детально представить свой товар, соответственно, повышает узнаваемость их брендов и, скажем так, появляется некая востребованность товаров, которые производятся на территории республики. Также планируется в первом квартале проведение двух реверсных бизнес-миссий. Это мероприятие, когда мы приглашаем, в свою очередь, уже непосредственно предпринимателей зарубежных стран посетить республику, провести B2B переговоры, а также посетить... Поучу посмотреть, да, на предприятии. Да, 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 соответственно, посетить предприятия, производства, удостовериться в том, что товар производится качественно, в соответствии всех ГОСТов, ознакомиться более детально с продукцией и производством, что способствует на самом деле уже непосредственно большему доверию. И когда, понимаете, партнеры с иностранных государств видят своими глазами, что действительно товар производится качественно, уже более детально прорабатывается вопрос по заключению экспортных контрактов. Евгений Валерьевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Я поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками. Спасибо вам за приглашение. Я также вас поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Всего доброго. Спасибо большое. Это была программа Prime Time. Увидимся в следующем выпуске.